Добрый день. Вашему вниманию предоставляется телефон фирмы HTC Desire 825 Dual Slim. То есть поставляется в стандартной упаковке. Причем это черно-серый вариант. Вот такая упаковка. Лицевая сторона. На нижней стороне написано производство, то есть произведено в Тайване. Так, ну и на обратной стороне указано, соответственно, что это для Android системы. Дальше экран 5,5 дюймов HD разрешение 720p. Дальше 2 гигабайта оперативной памяти, то есть поддерживается microSD до 2 терабайт. Дальше 2 камеры, основная на 13, а для селфи 5. То есть поддерживает аудио высокого разрешения специализированными наушниками ихнего же производства. Внутри лежат наушники, но они простые, то есть не поддерживают высокое разрешение. Поддерживает сеть 4G, ну и также поддерживают две симки. То есть здесь можно ставить две симки и одну карточку памяти для расширения. То есть внутри находится 16 гигабайт свободного места. Ну, на самом деле меньше. Так, внутри упаковки находится непосредственно сам телефон. То есть он был, соответственно, в упаковке пластиковой. Дальше. Документация. Стандартная. То есть краткое руководство, гарантийные обязательства, ну и наклейки для обслуживания гарантийного. Так, дальше внутри находится комплект сменных наушников ProUtion. Дальше непосредственно наушники стандартные. Также находится кабель USB для осуществления зарядки. Ремешок для носки. Ну и стандартное зарядное устройство сетевое. Так, более детальные характеристики и ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Удачи и до свидания. Так, ну и по скриптам о смартфоне HTC Desire 825 Dual SIM. То есть, как я говорил, что поставляется в нескольких цветовых решениях. То есть 5,5 дюймов экран HD разрешения. Так, вот варианты расцветок.
Так, ну и как говорил, что можно больше увидеть. Также качество звука 24 битная high res аудио. Но это при специализированных наушниках, которые покупаются отдельно. Так, фотографии и видеосъемка на высоком уровне. Так, ну и более полная спецификация. Всем спасибо за внимание. До свидания.